А и Б сидели на трубе. А упала, Б пропала, что осталось на трубе? Хан Т5, который ушел куда-то. Я вообще в ахуе, почему я так? Думаю, И. Да я, бля, ожидал, что такое будет, по правде. Че ему тут сидеть, тереться, блядь, с его шмотом? Так, в принципе, всегда происходит. Они вданивают себе шмот и побежали по гильдии. По-моему, я разбился. Я тоже. О, ну не надо прыгать на лифте. В лифте нельзя прыгать. Ну да, вам сколько раз предупреждения ставили? Вы что, живете в одноэтажных домах? Короче, да. Потом какое-то тело еще надо. Прикинь. А, там же Элия. Живут в одноэтажках. И... Элия будет, там нет, хорошо. Есть инфа. Резните или Лучезара. Забежать. Короче. Бежать-то. А сколько огнежок дает? Огнежок-то сколько даешь ты в Диси? Надо, чтобы. Слушай, даже было. Сегодня я не знаю, кто сколько дает. Понерфили фростов. Там демонов апнули. Демонов апнули, да. Сейчас все наоборот стало. Не, двадцатку не дам. Армсов понерфили. Да, хуёво их понерфили. Ну хуёво, но понерфили. Ну, блядь, и чё? Да и все, блядь. И все. Ну, 30 не дашь, нихуя. Нас хуяли эти даун, дал бы мне шема еще нету. Сейчас тут 88. Что с тобой не так? Ты что, ну, АФК ушел, что ли? Да так, тут, блядь, бичи стоят, толстого ловят, балом. Сейчас вот еще 8 маскачков. Прыгайте, добегайте, Локи, сюда буду смотреть. На трубе, короче, суманем. Так как так? Ну, примерно тут, может, будем суманить. По трубе вот этой позабирайтесь. Вот, мы в конце этой трубы стоим. Что-то робота хотел сперва. Что там, Лучезара или будет, нет? Они написали, что будут, сейчас заходят. Слав, мы заходим сейчас. Ага. Молодцы. Сейчас на минутку отойду. Ну, сейчас Хэла. Хэла, ты не хочешь у этого? Как он называется? Варшама? Да нет, ну Элема. Какого-нибудь бича свичнуть, просто чтобы робота ебануть. Ну потому что, ну. Тут, что ну тут. Совсем, что ли, там ДПС параша вообще, там по 10 тысяч, по 12 дамажит. Вот. Мне с ханта зайти. Ты хантом сколько нормально дашь? Ну, 15-18 должен. Там что-то говорили 30 тысяч на манекене, они сейчас дают. Это 2Т5, 2Т4. Ага, блять. Я вот думаю, сижу, размышляю. Мне же по идее, раз я буду брать. Ой. Добрый. Ты сколько Хэлла еще? Так же 2 часа, да, где-то посидишь? Ну, если не сильно надо, давай. Да я вот просто... А вообще, куда просто, бежать-то, я не пойму. Просто не знаю, да мы сумоним сейчас. Короче, надо рыбу щелкнуть. Надо поднапрячься, сыграть четко. На пол вы вроде смотри, есть. Вы в ЗС хотите сейчас рыбу и слепца, да? Рыбу и слепца, да, хотя бы. Вот, потом ну, я хочу на робота быстренько пойти. Вообще, я бы сейчас на робота. Ну, в принципе, я думаю, тут не должно быть долго занять это все дело. Ну, я хиляю, ты точно чилишь? Ты не в инсте же, надеюсь? Я не здесь. В инсте я сумонил, он чуваков. Ну, я же тебе говорил, ты это... Ты вообще, ну, запасной супер вариант. Ты одет хуёво. Тебе надо подтягивать. Ну, если такое дело, я с удовольствием сегодня уступлю день. Мне так хуёво, если честно. Я немножко просто выпил. Я говорил зайти. Если я нужен, я останусь. Если я кто-то может меня заменить, то я уступлю. Пока нет. Это самое. Но я хиляю, это не вариант. Мы с ним ничего не сделаем. Мне надо тебя. Вот я, допустим, инсику уберу, и мы пойдем вот так вот нормально.
Потому что ну, я... другого я никого брать не могу. Там более-менее челики. Хантом, сейчас пока не надо. Вот сейчас мы два босса щелкнем, я посмотрю на рыбе, чтобы нормально было. И мы полетим на робота, надо будет второй кусок нам выбить опять. Если у нас хоть на приста, хоть на пала выпадет, мы второй кусок людям сделаем. Там уже посмотрите по голде, можно будет, ну, открыть, у нас усилится состав. Вот, а там уже дальше а... глянем. Там сумона больше нельзя нажать? Надо, короче, чтобы инсика с Яхиляя вышли. Посидели, почили. А тут фул, я же зайти не могу. Да вот. сейчас уйду. Блять, зря 50 тысяч голды проебал. Да это и... что так за афера была? Еще поиграешь. Потому что сейчас пока, ну, пачка так, более-менее. В принципе, состав неплохой. Не против. Надо, чтобы вот эти все, вот, ну, Халокет, допустим, дает там. Надо, чтобы шипешники, маги, чтобы по 18 плюс дамажили под двадцатку, тогда будет вообще нормально на роботе у нас. Вышли принимать, не? Да. Вышел. Все, угу. Все суманулись, пошли на это, на досточки, прыгаем, сейчас тут рыбу поставлю. Так, где там у нас? Вот тут примерно. Так, вот рыба. Все, приду через час. Через полчаса. Блять, что не поставилось, что ли? Какая-то баганная текстура. Хаваем рыбу. Это, и смотрите, что, есть у кого-то в рейде аддон? Кто может проверить, что люди пьют, не пьют, там, вот эту парашу, все. А мне релогнуться надо. И так-то есть. Чё, у кого-то тыкни, тебе ассист надо, листойки. Нет, я могу так сказать просто. Ну, ты... А линкануть можешь? Да, сейчас я его включу. Он просто фаудит много, речат, я его отключаю. Ага. Это, на ну, ведете его КЗС, ЦЛК, Гера, готовьте фласки БКшные. Сейчас какое-то время походим, если начнем квартальных в ЦЛК убивать, ну, может, недельки 2-3 походим. На боссов типа Лича, ну и ну на робота там сапроты, на синдру сапроты будут с гильбанка выдаваться. Ну на Лича будут МКшные тоже фласки. Вот только надо немножко подкопить. Вот пока что соображайте фласки, масло, чтобы у всех было. И припоты обязательно, потому что без этого всего вы очень мало даете. Надо короче, максимально выжимать. Смотри, Слав, когда РЧ даешь, у меня аддон автоматически в чат будет спамить, у кого есть, чего у кого нет. Так, сейчас попробуем. А это что, РБС или что-то еще? Что за аддон? Это Big Brother. Ну вот, Асалина, Матресу, Трибалы, Дистойки, Миралиса, вот Фрозен и Масло. А я пью, да, сейчас. Вот, мажьте всю эту парашу, так я бутылку выпиваю. Здесь что лучше? Чё лучше? Тут, тут ДД, да и на этом, на слепце тоже ДД. А вот на робота придем, там сапрот. Как раз вот примерно на час рассчитываем. Так, значит, то же самое. Вот смотрите. Если вот тут вот появляется эта хуйня, как он называется. Я первый раз, давай поточней. Ну-ка, кто... Сейчас, это, ты не парься, за милика там вообще легко, просто бьешь в бок и все. Ну-ка, кто там был в прошлый раз на память, встаньте, попрыгайте. Кто знает, где появляются мобы? Я вот знаю, оттуда появляются. Сейчас я метки поставлю. Вот оттуда петух идет один. Потом идет оттуда петух. Ну, второй. Вот отсюда один где-то идет. Вот отсюда, да, с креста где-то. Вот, где третий? И сколько их вообще? Три или четыре стражи? Вот. По-моему, шотл у вас вот здесь, вот, квадратик. Шотл, который вон вот тут все время багался. Вот здесь. Тут это где он? Вот где ты прыгаешь? Да, вот тут он все время где-то и багался. Да. Ай, блядь, рыба. Ну давай, вот. Если он, допустим, тут появляется, то пропала, да? В воду уронилась метка, нахуй. Я понял. Ну давай вот тут поставим. Вот, вот тут, отсюда. Подальше держитесь, короче. Вот РДД, если вы, к примеру, на этом островке стоите, да? И вы, к примеру, ныряете, да? Вот, на себя сейчас метку дам. Чтобы не сдохнуть, вот отсюда с квадрата примерно
возле него там в воде появляется, это спрашивают, вы нырнули, да? Переждали эту хуйню, выныриваете. Вы выныриваете вот тут, вот с этой стороны, чтобы этот петух до вас не дошел. Что мы сделаем, чтобы он не шотал хилов, там вот этих всех? Вот, хилы, например, можете стоять. Вот один вот тут может стоять. Тут страж через меня идет. Тут я танчу, вот здесь, в этой луже. И он не, ну, не разъебет вас. Что делают? Ну, напул, соответственно, увидел стража вот этого ближайшего. Как только ты до него дотягиваешься, если он сюда на деревьях зашел, напуливаешь, соответственно, кто там будет? Марук, Лексион. Вот два протовара. Протоварам очень трудно забрать. Они не ДКшники, не палы, у них ничего ренжового такого нету. Ну, топорик есть, но если он будет в эвейде, моб стоять, будет очень печально. Что сделать, чтобы моб пошел на нас? Вот, два ДКшника, ДД, Дота и Дед Мороз есть. Вы в ДД будете. Вот сюда можно кинуть лужу. Вот так, блядь, кинулось, показывает, нет, возле квадрата. Да. У меня просто выключена анимация. Вот, примерно вот так вот дадите. Ну, хилы, чтоб не сдохнуть. Ну, я не знаю, вот смотри, с креста идет моб. Вот, допустим, какой-то там хил стоит вот здесь, вот где я стою, спиной к факелу, чтоб тебя не откидывало. Вот этот факел, я думаю, тогда не занимайте, раз здесь страж близко, потому что он на хила, ну, моментально пойдет и щелкнет. Вот, как бы, ну, распоряжайтесь своим, ну вот этот факел, короче, возле этого квадрата не занимайте, а вот этот занимайте. Вот, ну смотрите, тогда РДДшники либо на вот этот остров вставайте, там человек 5, а на том острове, я не знаю, вас тогда будет доставать хил, который вот здесь стоит. Вот здесь вот. Вот это за моей спиной, ну сбоку, сзади сбоку от меня, сзади слева от меня будет стоять. Вот, то есть вот эту метку квадрат не занимайте. Ну, то есть рассредоточьтесь, чтобы вас не шотало, не кливало. Они вот эти петухи, они кливают. То есть бьют рассекающим. Куда их отводить? Вот. Танки, протовары. Вы будете, вот. Значит, сами вы стоите в кружке. Вот. Мобов ставите в ромбик. Вот. То есть вы вот этих стражей стягиваете сюда, ДКшники помогают, Дота и Дед Мороз этой хуйней помогаете. Может и Казик, и Огнестойкий это помогать делать. Но смотрите, чтобы про товары с вас забрали. Вот. Значит, мобы стоят вот так, лицом в кружок. Вот. Соответственно, это для того, чтобы вы, милики, понимали, когда вы придете сюда мобов бить, да, то вы это, в кружок не забегайте, потому что сюда они смотрят лицом, они бьют рассекающим. Вот. С черепка я моба ЛПшку кину, вы с меня заберете. С крестика, я думаю, там кто-то поможет с ДКшников. Ну и вот с квадрата самое главное. Два ДКшника и огнестойки, обратите внимание. Иначе пошотает. Нужно самое главное, что на этом боссе ДПС. У нас убить хватает. Самое главное, это вот именно на фазе, которая появляется. Босс за, ну, он нырнул. И появляются эти петухи. Нужно, я, короче, буду давать массейв. Этот, незыбку. Плюс киризайн, короче, будешь давать массакру. И будем рассчитывать, что не пошотает никого. Танк пришел. У варов еще. Ай, ну давай. Он там в Т5, нет? Или в Т4, как я? В Т4 у нас. Ну, в Т4, Марик. Ладно. Да не, я не про тебя. Этот самый, значит, смотри. Ну, пускай зайдет там в ДИС, что ли, посидит. На робота, если что, возьмем. Я думаю, вара свичать буду точно. Может быть, даже двоих, потому что с агронабором у них хуже, чем у ДКшников. Потому что его когда не бьет, у него ярости нету. Не, ну там печально, очень тяжело. Либо ДД-шмот какой-то сильный надевать надо, хороший. Чтобы был агронабор побольше. Плюс на пул только один. Короче, будем смотреть. Если что, пускай в ДИС заходит. Короче, стрим вон есть в ДИСе. Вот. Слав, правильно я понял, что, короче, с креста и с квадратика надо будет таунтить и в печеньку вести, чтобы вар забрал? Да, ну там с креста какой-то вар, может, и заберет. Пускай вот, допустим, кому удобнее всего. Вот Марук, допустим, он будет статичный у нас. Вот он как встал вкопанный вот тут в кружке, так и ждет. Алексион пойдет, к примеру, с креста заберет, а тут ДКшники кинут две лужи, огнестойки посмотрят на стража, быстренько кинет в него какую-то парашу, там таун тот же, а Марук с него уже перехватит, и сюда уже подойдет этот петух. Алексион своего с креста сама подведет, а я с черепка дам ЛПшку, типа, и уже вы с меня заберете спокойно. И гриппать вон с того островка я буду бабу, душительницу, ну, два ДКшника там распределяйте, гриппы только на душительниц, чтобы их в мелизоне кливали хорошенько, ну, и до которых дотягивать. И самое главное, смотрите, в воде сильно там
там не это самое, долго не тусуйтесь, и вы какие-то готовьте, потому что там эти рыбы жрут, они появляются потихоньку. Ну и милики, ну, рассчитывайте как-то, я не знаю, вот если вы, к примеру, решили бить вот так, да, что вот вы типа стоите, рыба появляется, вот это, вы обращайте внимание тоже, потому что вы, во-первых, из видимости хилов уходите, если вас щелкнет, будет рыба еще есть дополнительно, то, ну, есть шанс, что вы сдохнете, так что осторожно с этим. Чуть-чуть сомневаетесь, вы выныриваете, и пусть лучше вас откидывает. Вот. Немножко дамага потеряете, но не сдохнете, и тем самым лучше убьем. Ладно, давайте будем пробовать, смотреть. Как чё. Проверка. А тут масшивы надо? Не? Не надо. У кого масшивы есть? У Марука? Ну да, или я 2-2 одену, как ну, обычно. Ну, давай, знаешь, вот когда моя незыбка пройдет и массакра, тогда вы продлеваете, значит, Марук дашь, и когда твоя закончится, скажешь, короче, Лексион, чтобы она тоже дала. Вот и нормально будет. Мы подсываем. И будем это просто по КД повторять на каждом прежде. Все готовы? Ловите рыбу. Вставайте там по местам, смотрите. Гера с пула всегда на этом боссе. Как только он выныривает, начинаем бить сразу Геру. Не ловится, ловите побольше людей, чё вы, ну так будет полгода ловить, потыкайтесь, блять, удочки, чё вы стоите, он, блять, пока выловит. Сегодня клёва нет. Да, блять, должно быть быстро клёв. О, все появилось, давайте, всё. Наживка не та. Давайте Геру. Лексион, зайка, не тыкай ничего, пожалуйста, не надо. Не срывай, а то и откинет еще. Плюнет кого-то, шотник. Напоминаю, на водомет просто ныряем под воду. Метр воды, чтобы над головой был. Тех, кто первый раз тут. Вот водомет, 8 секунд готовимся. Вроде нормально сносим МПС. Ныряем под воду. Ныряем под воду. Под водой можно бить, пока он не нырнул. Сейчас водомет через 5 секунд закончится. Готовлюсь давать незыбку. Так, пошла незыбка моя. Так. Страж в черепке стоит. Пускай стоит. Димикс не сдох, не захильте его. Кризай, давай сокру. Через 5 секунд давай этот самый. Стража бить? Бить обязательно, стража. Да, обязательно, конечно. Вот те, которые в кресте и в черепе стоят, они, ну, не делают ничего. Вот мой с черепа побежал. Сейчас его с меня заберете. Варчики. Стунтите с меня. И тоже бейте. РДД это, заберите. Ага. Все, забирайте. Под лицо милики не встаньте, у стража. Вот этот моб, сосредоточьтесь на нем. Ну заберите еще раз, что он на меня пошел. На пулю, что ли? В черепок сосредоточьтесь, РДД. И вы там на острове не стойте, как вкопанные, если надо сюда перепрыгивать и бить. Потому что это хуйня будет. Активнее по мобам. И вот еще фуловый стоит. Крест. Это, ну, страж рядом фуловый. Моб, этот босс появился. Стража, доиграйте. Все, и по боссу. Самое херовое будет, конечно, если тот страж в кресте настакается по 2-3 штуки, и они пойдут еще. Это вообще пиздец будет. Будем надеяться. Бы геодату почти не видно. Давай. У тебя есть мета оф танк, пусть ловит. Че оф танк? Оф танк есть, говорю, пусть ловит. Ныряем. У вас два вара танка? Но. Да он, блядь, стоит, хули его ловить-то. Ну стоит, если. Не таунтится, мисс. Ну не надо, ну и не надо. Водомет кончается.
Готовимся. Дал не зыбку. Через 7 секунд кирезает мой сокру. Блять, грипп потратил. Стража с меня заберете все звездочки. Ну не проебите. Угу. Этот, Дота, подбеги сюда к звездочке ко мне. Гриппани с островка эту дуру. Ага. Миралиса, не сдохни, сука, сделайте что-то. Ты что, в воде или что за хуйня? Смотрите внимательно, от чего вы дамаг получаете. Жуки, не сдохни. Стражи больше бей, они приоритет. А это мультидоты, им просто душительница. Вот череп поставил. Убивайте. Вот страж второй крест. Старайтесь сводить их. И там вон снимите третий. Снимите с меня стражи. Стражи с ДД снимите с огнестойку. Вары, смотрите внимательно. Вот, блять, разъебало нахуй одного уже. Димик с Казика резай. Пиздец, или ты под крив встал, или он ты сорвал агро. Смотри, не срывай агро тоже. Казику каску лапу присыпал, даем. И фул по боссу. Душительницу так дотки добьют. Босса надо убить. Очень много нырков будет. Ходу еще будем Геру давать в конце. Ныряем под воду. Так, скоро будет нырять босс. Готовимся. Так, босс исчез, дал мне зыбку. Мобов забираем, своих стражей смотрим внимательно. Они подписаны. Сука, выйдите из-под клива, выйдите из-под клива. Быстрее танки заберите с них. Отойдите от меня от звезды. Кто это бегает под ебалом? Стража свой да заберите. Стража. Угу. И душительницу, второй грипп, если есть, возле меня стоит. Они не двигаются, это не могу, они просто с лука стреляют. Это. Еще раз стунтите потом. Гадка держится там. Все, собирайте их потихоньку в кучу. Ассалин не сдохни. Ложный выпад прожимай. Вот этот забаганный, да, стоит? Да-да. Ебать, аж бесит нахуй такая хуйня. Вот задвигался, сука, задвигался. Убил друида нахуй. Ёбаный в рот. Элия, реса Димикса. Блять, ты хоть не стой с ним нахуй. Ты прям с ним, сука, стоял. Димикс, ты не видишь стража нахуй? Ну он забаганный, он видишь, разбагался и тебя разъебал. Блять, на будущее прими это к сведению. Вы стоите, хуй пойми, прям под еблом. Он опять забагался. Да ладно, и хуй на него тогда. Залупа ебаная, блин. Тушительница с травка забрать? Бей, там что-то идет. Босса бейте, блин. Вот, холи прист уже в минус у нас ушел. Вот, блядь, теперь работаем 4 хила, блин. Ныряем под воду. ДЦ НФ просит. Друида всего 2 в рейде, это 2 эрдру. У меня иннер КД. Иннер в обоих КД. Только если гим. Готовимся, сейчас будет нырять босс. Босс нырнул, дал мне зыбку. Из-под клива, Димикс, выйди, блять. Под чем ты там стоишь? Блять, Димикс, смотри, не сдохни. Встань где-то в другом месте, блять, где нет этих мобов. Все, с меня со звездочки заберете потом. И грипп второй дадите, тут душительницу гриппанул с островка. Ага, все, ешьте эту хуйню прям максимально. Вторую незыбку, вторую, давай шивай вторую. Я должен. Вторую вар давай, Миксион, во. Я же говорю, друг за другом давайте. Ярим. Фуловый страж стоит, вот череп, верьте. Гро набирайте, напуливайте. И смотрите сейчас. Все ж этой нету хуйни, считуйте максимально. Самое хуёвое это вон те вот дуры, блядь, под водой стоят.
Они сейчас настакают все. На островке все убейте их. Че так дохуя? Вот это вот че, блять? Вот это че, это не убитые мобы. Вы играть будете по ним? Милики помогайте тоже. Это хуйня будет. Ну типа вот видишь, оно все и упирается в ДПС, что вот это вот ДПС, блядь. Ну на гнежок там. Приз слабо тоже 12 тысяч. Как-то побольше, не знаю сколько ты на сурке давала. Это же Митя. Ну пробуем пока вроде, блядь, без одного хила. Надо будет, я не знаю. Надо как-то не сдохнуть, потому что сейчас тяжелее будет. СС нам было по хилам раскидать. Ныряем под воду. Ну, типа уже близко, как бы немножко осталось. На сейв играйте, не жалейте ничего, ни тучки, глыбы, маги не жалейте. Смотрите за своим хп внимательно. Вары то же самое. 10 раз подумайте, прежде чем идти в трэш. Мой страж бегает. Дал, блядь. Все, спасибо. Дал не зыбку, не стойки, не сдохни, блядь, захейси, дай бабу. Я прожался. Так, из воды забрал. Потом стража с меня заберете, ага. Все, набирайте агронами. Так, этот что, в крест возвращается, мудак? Ну и хуй с ним, нам меньше бить. Вот. Прям мобов изничтожайте, потому что если их не играть, ну, они накапливаются и так вон под водой стоят. Димикс не сдохни, блядь. Ну там страшно на островке пишет. Ну это все бить надо. А чё страж вот этот на островке делает? Я ему там вот кидаю, у меня в мисс. А вы можете. Вот он стоит, он вот просто. Ну, это все падаем. Стоп, эти дамаг, заходим под клип. Вот смотрите, вот РДД, которые там прыгают, у вас вообще мозг есть. Этот пидорас, он зашел, вас шотает, одного шотнул, ушел в вейт. И стоит. А вы там стоите до сих пор. Почему вы не можете перепрыгнуть сюда? У вас что с головой вообще? Ну как до вас вообще это, ну, донести? Ну, вы будете играть на выживаемость? Это забаганная хуйня. Вот он пришел на остров, видите, что он делает? Он ебанул одного, заэвейдился. И вы хуй, один хуй, вот как Димикс вот тут стоял возле квадрата. Страж забагался, в квадрате стоял. И ты вот так вот стоишь, ветками машешь. Он разбагался, тебе ебанул нахуй. И дальше опять вы сами смотрите, блять. У вас есть... Пока 2 минутки. Есть этот... Открывайте интерфейс, блять. Как вы играете, нахуй? Вот, открывайте интерфейс, имена. Значит, открывайте интерфейс, ESCAP, интерфейс, имена. И ставим, блять, галочку, все индикаторы противников. Чтоб красное говно это вы видели. Чтоб на красной этой хуйней подписано название моба. Чтобы вы это глазами видели. Вот это вот бешенка. А то, что вы нихуя не видите, у меня такое ощущение. Ставьте себе индикаторы, блядь. Потому что вы ни опасности, нихуя не чуете. И получается вот так вот, блядь, хуета. Блядь. Блядь, все просто, все просто. Убери Димикс в другую позицию. Встань какую-то. Островок на этот. На нем весь свет не сошелся. Слышите, кто там стоит? Я сейчас подойду, посмотрю, кто здесь стоит. Трибал. Халокет, смотрите за собой, потому что вот этот пидор сейчас пошотал всех. Вот, если вы видите, он сюда пришел, этот петух, просто вот так вот прыжок сделайте сюда, на этот ебаную хуйню, оббегите в клиф, кружок не вставайте, оббегите отсюда, бейте, блять, вам никто это не запрещает, вы должны выжить. Ну хуй с ним, да и ДПС хуйня, кто там на замене есть? Потому что 10к я не хочу бить, блять, тут нехуй делать, ну вот этот маг-огнежок, давай смотрим. Просто в чё ты одет, что ты, ну, пришел в ЗС. Ну, камни СПДшные есть. 260 шмот. Блять, а чё, понерфили спек или чё? Блять, у тебя даже пиздец, у тебя средоточие есть. Мало, а чё это за спек, что он так мало дает? В шее, где... У меня СПД мало. Это аркан. А почему так мало-то, я не понимаю. Что у тебя? Ну, сейчас подниму еще, на этом качаю этот, как его. Чё с шеей, почему камня нету? Я не знаю, почему вы так играете, относитесь. Дамага мало вообще, пиздец. Шалин тоже мало. Грут, вон, 15 место, 13 тысяч. Это пиздец. Что за ротация? Вот сколько, расскажи мне, что у тебя за ротация? У тебя 4-4, почему у тебя? Чё, прикосновение сейчас первым должно быть?
Что-то я не вкурю. Сколько у тебя хосты? Ну-ка, вот этого, кто там, Аматерасу, вот который выше. Чума должна быть первая. Ты, ну вот, хосты, а у тебя Аматерасу сколько хосты? Какая-то хуйня, ну-ка ротацию расскажи ровную, блядь. Ты у кого спрашиваешь? У Аматерасу. У Аматерасу? А там нечего, блядь, рассказывать. Ты кидаешь ШВД, кидаешь пальцы. Ну, блядь, две ротации. ШВД пальцы, блядь. Отдаешь пытку, блядь, под прок таланта. Отдаешь боль. У тебя один востак чумы. Кидаешь чуму. Опять прокаешь, блядь, пытку. Пока у тебя не настакается три стака. И, блядь, ты обновляешь чуму только под три стака. И обновляешь ШВД, чтобы настакивать стаки. Все, ну, блядь. Ну, вот сколько? Ты эту хуйню отслеживаешь? Шарлин тоже самое. Че у тебя там первое? У тебя пытка первая, чума вторая. То есть ты пытка бьешь, чему не обновляешь? Как так вообще? Блять, надо мою раскладку посмотреть. Ну я не знаю, вот сколько вы на сурке дадите. Я тебе могу сказать, если у них чума не первая, значит они проебывают дебаф ШВД и просто его не юзают. Вот все. Смотрите, вот ротация, логика. Ротация открывается. Вы кидаете сначала слово тьмы смерть. Эта хуйня пускает ракету. Вот, вешается теневая вот эта параша на моба. И она настакивает на вас стаки. До трех стаков. Вот, пока эта хуйня вся стакается, вы кидаете палец после этой хуйни и кастуете в конце пальца пытку. Вот, у вас 5 стаков плетения тьмы. Вы кидаете на плетение тьмы, вот как оно появилось, 5 стаков, кидаете слово тьмы боль. Это ваша дотка, которая пыткой обновляется. Вот, дальше вы смотрите. Если 2 стака, еще 3 нету, можете еще пытку кастануть. Если, ну, если появилось, там хосты мало, хуй знает, кидаете чуму. Чума кидается под 3 стаками, под 2, под одним нету смысла кидать, потому что она дольше будет тикать. Вот, она быстрее протикает, больше дамага нанесет. Вот эту ротацию четкую вы должны понимать. Если вы чума у вас не протикала, вы ее еще раз обновляете, вы теряете дамаг свой. Последние тики чумы теряете. Вот если вы кастуете пытку, ну и у вас чумы не висит там 2-3 секунды, вы теряете огромное количество дамага. Давайте как-то, ну я не знаю, исправляйте ротацию. На манекене потренируйтесь, потому что посмотрите видео на ютубе, у меня есть. 19-200 с рука в гере дал. ШПшником. Он одет, ну 264-й, а вы как одеты? 267-й Шалина. Ну я не понимаю, почему так. Вот скука. 268-й, блядь. Такой гир пиздец, там сцепки всякие у вас. Вон апнутые все эти трини, блядь. Ну ты дамаг с рука с рыбой-то не сравнивай. Нет, блядь, ну а как 11 тысяч 12? Тут должно быть, я не знаю, вот как у Матерасу должно быть. Ну я понимаю. Короче, старайтесь, потому что это хуйня. Огнежок пиздец. Ну, я не знаю, что-то, ну, ты за классный. Он знаешь? Же Гога. Он же Гога. Какой огнежок, блядь. Потому что мы так мало давать будем, ну, тут нехуй делать просто. Увидите, нас трэш этот душит. И на трэш обращайте. Короче, ну, давайте проверка, ловим рыбу заново. Ну, я не знаю, еще трай, короче, даем, пойдем на робота. Ну, если там челиков позовем каких-нибудь зайти, если не задамажим. А здесь верса есть, что ли, или что? Не знаю. Нет, наверное. Может просто есть. Надо им научиться хотя бы выживать нормально? Да, отличная идея. Ловите рыбу. Доставайте удочки, ловите. Что там, показала фласки, что у кого есть? Да, у тебя только масла нет, все. А, косяк. Закончилось, видать. Ну, начинайте работать усиление в какое-то прям. Потому что так, ну, тут нету такого у вас. Не придет. Рейд на умерси, прогрессов 4-5 не провагонит. Так что усиливаться начинаем. Надо до 80% снести, вот чтобы 5-7 там было нырков у него. Вот пока вы под водой, сейчас водомет скоро будет. Пока под водой снесите, вот ныряем. Сейчас побольше дамага. И давайте в этом плане. И трэш сейчас вот как появится, сразу мультидотаем по максимуму. Готовимся, сейчас будет. Сейчас он будет исчезать. Вот исчез, дал незыбку. Кизать давай сокру сразу. Вот, звездочки у меня страж уже есть. Этого грипнул.
Звезду стак, ага. И все, и фул дамаг. Уярим. Интересно, если отвернуть, она по рейду не будет стрелять. Тихо, уярим. Казик не сдохнет. Блять, клив словил, что ли? Не срывай только. Кливаем, кливаем эту хуйню прям максимально. И на острове помогайте, слышите, кто там. Вон страж зашевелился, сейчас щелкнет кого-то. А, мимо у него видно. Отойдите от него, видите, он стоит, да, вот, блядь, поставил квадратик хилам, там, РДД, кто, съебитесь подальше лучше. Вот кто вот это, внимательно смотрите, потому что он, видите, он двигается. Вот он пошел, все, его бить надо, а вот, что, заведился опять? Да хуй пойми. Все, идет, смотрите, только... Внимательно, мобу, давайте дорогу. И хуярьте по максимуму. Вот он сейчас бьется. Быстрее разъебывайте, потому что вылезет босс через 5 секунд. Быстрее, дамага больше. И душительницу добивайте, она стреляет по рейду. Все, и босса, и мультидотом. Босс появился, и мультидотом. Хуярим. Сука, чтоб пыль стояла просто прям. Все, душительницу банули, милики это. Босса хуярим. Душительницу там докливают. Эти РДДшники. Все, этот удар плавника, это захиливается нормально. И вот процентов 20 сейчас надо снести, вот еще 13% до 60. Вот это будет нормальный показатель. Ныряем под воду, бьем под водой и больше еще бьем. Но смотрим за своим хп, смотрим за рыбами, чтобы вас не разъебало. Так, сейчас скоро будет исчезать босс. Готовимся. Дал незыбку. Смотрим внимательно на стражей. Так, с черепка забрал. С эту гриппану. Стаунтите сейчас стража с меня. Блять, 3 балла. Этот самый. Димы, срез и 3 балла. И лови койл, давай СС по Эли, и 3 балл станешь, дашь по Димиксу СС. Душительницу грипните вторую, кто-то ДК. Только не двое вместе. Она не ходит, ее только грипать. И фуловые быстро разъем. Димикс, ты найдешь 3 балла, блядь, где он там? Он отменил рейд. Он кинул вроде ему. Ёбаный в рот, нахуй. Эли, ресы. Пиздец. Да, ну что вы, блядь. Это, кидай СС на второго, на кого он кидал там, блядь. На кого он дал? На Элю? На Димикса. На Элю, да. Давай на Димикса, похуй, хилы, блядь, может, блядь, это... И смотри внимательно за собой, 3 балла. Ну а чего ты сдох? Просто расскажи, я потом посмотрю, блядь, по рекаунту. Играйте на выживаемость, сука. У нас нету ДПС, который позволит нам, блядь, с трупами играть. Хуярим, вроде 61%. Давайте до 40. Потом экзекутки пойдут и вся хуйня. Сейчас лучше, чем в прошлый раз. ШПшники, поднажмите. Вроде 13 стали лежать вместо 12. Давайте. Ротацию улучшаем. Стараемся. Припоты пьем, если есть. Так, скоро будет водомет под водой. Вхуярьте его прям нормально. Не, ну вместо этого ныряем под воду. Вместо огнешога надо хэлла брать, потому что тут, ну, хуй чё ебанём. Хуярим. Ебучий огнешог. Процентов 5. Ну а хули, ну, я не знаю, надо учиться. Я как-то не пойму, милики тоже под водой бьют, что ли? Бьют под водой, блядь, дамаг не теряем. Дал незыбку. Сука, бьют нахуй, иначе нахуя мы сюда пришли, блядь. Я ж раньше смазать не мог. Пиздец, ну я не знаю, если это непонятно так. У тебя лут забагался, страж, осторожнее не подходить к нему. Да, слева всё, стоит. Забрали. Бей по максимуму, играй. АУЕ давай там. Только смотри, под клиф не зайди. Так, грипаните эту дуру. Так. Везде забагался, да? Ну и хуй на него. Вот на острове разъебите душительницу, лоу хпшную, быстро разъебите, вот это что, блядь, чтобы она не стреляла, она стреляет же дохуя, понимаете, и вот фуловая стоит, курица, луну поставил, разъебите ее тоже, вот страж пошел, сейчас шотнет кого-то, внимательно, отойдите от него все, кроме танка, смотрите внимательно, он забаганный, он может разбагаться, побежать и въебать, как было, блядь, 5 человек выкосил на острове, он ушел, разбагался, смотрите, видно всем, да, блядь, вот квадрат мне сейчас поставлю, босс вынырнул, блядь, внимание.
по боссу дамажим, иначе мы хуй пройдем эту хуйню. Стража, РДД пускай добивают, милики фул по боссу. РДД мультидотаем, и стража, и босса. Стража дотки РДДшные добьют. Все, через босса больше играйте. ШПшные локовские дотки убьют его. Лучезара опять, пиздец. Ой, блять. Ебаный покос, блядь. Неинтересно, как ты тот раз сдохла и как в этот раз? Что это, блядь? Тебе встать где-то в другое место надо. Ныряем под воду. Хуярим. Я посмотрю, но уже когда либо убьем, либо упадем. За маной смотрите, там босс исчез, дал незыбку. Кирзай, давай сокру. Не шотаемся. Забираем мобов. Вот грипну сейчас курву эту. Грипанете второй раз. И сразу забираю. Смотрите, отойдите от трэша там, не сдыхайте. Видите, трэш идет. Отойдите от него. Дайте стража со звезды заберите. Кто там вары? Как тех заберете, а группа набираете. Угу. И хуярим максимально ОЕ. Вот в квадрате, смотрите, моб, он хуй пойми, что вытворяет. Он бежит, чуть хилач не разбил. Молодец, что убегаешь, красава. Вот, ну то, что сейчас два тела просто сдохли. Ну, блядь. Просто интересно, от чего, блядь. Отверните моба с огнестойкого, снимите моба, еще клевание. Быстрее, быстрее, стражи, хуярьте, их два там стоит. Босс появился. Ну еще два нырка, по сути, и уже как бы добивать. Ну у нас два дамагера уже чилит. Друидов нет нихуя. ШВ есть у кого-то сваров сейчас? Отдал. У Лексион есть? Как плохо, что голоса у вас нет. Ну давай сейчас ШВ, потому что сейчас пизда придет рейду. Хилимся, хилимся. Босса, босса дамажим. Еще нырнет и ныряем. Под водой его добиваем хорошенько. Чумовая, дай там на вот скуку щиток. И вот скука, давай гимн хп читай. А добейте стража, пожалуйста. Там вынырнут, добьют. Они сейчас под водой водомет, видишь? Все, дал незыбку. Кирзай, давай сокру. У тебя ПКД как откатится, нашивая руку. У меня забагался мой пидор, сука. Хуй на него, да? Хуярим. Разбагался. Забрал. Освободитесь там, заберете. Этот дурак что-то вообще заводился. Вот. Люблю, поставил, не обращать внимания. Все, не сдыхайте, шивы, вот. Живем, живем, фул себя хилим. Или кто тебя дома застакай, носи жизни цветы там, чтобы мощно было. Уже. Будет выныривать, короче, через 20, ну, босс. С огнестойкого, блядь. Ты не срывай, ты смотри, вон, аккуратнее играй. Так там несколько мобов, у меня ОЕ же большое. Меня сорвало, я сразу говорю в голос, но не успевают забирать. Они хуй успеют, блядь, это же про товары. Душительницу это грипаните, и босс сейчас вылезет, короче. Ну, пробуем в босса сейчас играть. Давайте в босса играем. Ну, вроде можно додушить, давайте. У меня, короче, незыбка, минута КД. Есть у кого-то сейвы какие-то? Лексион, у тебя что там? Сколько? Дота не сдохни, вот хорош. Все, хуярим этого дурака. Может, под водой успеем добить. 10 лямов всего. Ня. Правда, чумовая сдох, ДЦшник. Ну я хуй знает. Ну теперь, блядь, Миралиса в хилам превращайся. Шалина, давай на ХП читай. Шалина, срочно на ХП читай. И потом Аматерасу ты останешься на свое усмотрение, там смотри на ХП рейда. Или под водой дашь, или где на ХП. По максимуму хилим. Кирзай, там, не знаю, руки поседай, чтобы манки немножко резнуть. Ныряем. Хуйня, ну 3 ляма. Ну, он вынырнет, и мы его добьем. Главное выжить сейчас на трэше. Даже трэш сливать не обязательно. Вот сейчас смотрим.
Главное, выживаем. Себя хилим. ШПшники еще тучки даем. Маги глыбу, блядь. Главное, не сдохни. Хилы дубовую. 600 тысяч. Сейчас он исчезнет. Он исчез. Он будет еще выныривать. Давай, давай сокру. Зыбку дал. Мобов не бьем, короче, хуй на них. Слышите? Просто проживаем. Ну, душительниц бейте лучше. Стражи не обязательно кливать. Вот сейчас я душительницу клипану. Она потому что расстреляет нас нахуй. Живем, живем. Стража с меня не забирайте, пускай он у меня тут и стоит. Вот душительницу грипаните, ДКшник, кто-то второй. Их душительницы заливайте, точечно выберите их. Они стреляют, потому что, блядь. Ой, блядь, вары, это, крик на хп там нажимайте, какую-нибудь хуйню. Хильте, хильте, жуки, хиль себя, ёбаный в рот. Надо выжить, сука. Бомжи помогут, ДКшные? Давай, бомжей, похуй, какую-нибудь хуйню давайте. Грипаните эту хуйню. Сейчас вылезет босс, там 300 тысяч. Ёбаный пиздец. Ебаная рыба, нахуй. Нахуй вообще на ней трэш ввели, блядь. Вот в Гере бы такую хуйню и водили. Пусть с ним с трэшем, но они, блядь, под водой стоят. Как думаю, все, босса 300 тысяч доиграем. Похуй на все. Ебаная хуйня, блядь. Какое говно, блядь. Вот это надо кому-то. Ну вот, про товар, про топал. Пиздец. Но в спек только если на майнкомат надо, я не претендую. Так, Марук, Лексион, кому с вас давать? Сами будете разбираться или кому-то нужнее, посмотрите там. Ну, я его взял. Одинаковые пушки. Блять, если бы я знал, что под водой можно под этой херней подплывать его лупить, я бы не считался. Даже, да. Даже не можно, а нужно. Да я первый раз тут, я не думал, что там подплывают и бьют. Все проходится, вот 5 боссов мы здесь убиваем, и 4 вока, посмотри на ютубе. Там все очень-очень легко, все простые боссы. То есть прям механики очень простые. Просто посмотри убийство, перемотай, посмотри. Так, тапки. Чумовая. В принципе, они никому не нужны. Так, кольцо неплохое, скорость, крит и меткость по 40. Еще и дырка 40. Красная. Усиливаем РТД. Вот, объясню, значит, если кто правила не читал, вот две кнопки у вас, консулы и ПГП. И ПГП это вы, кто нажимает, я уже смотрю приоритет. Вот у кого больше, тому закидываю. Консул это если и ПГП никто не нажал, то есть все считают, что это шмотка хуйня. То этот самый, то мы уже смотрим там, спрашиваем, у кого это больше апнет. Ну или я смотрю там, кто дольше играет, там, больше ходит рейды, там хуй знает. Вот в частности, теперь обратите внимание, не стоит аддона и ПГП лутмастер. Лучезара, значит, Шалин, Грут, Миралиса, Дота и Трибал. Вот эту хуйню поставьте, потому что аддон удобный. Я вижу, что у вас одето. Могу уже думать, что ну, вам закинуть или не вам. Вот сейчас, в данный момент, Матерасу и ПГП нажимает, ему закидываю. Ниже его там ловикоил, по-моему, да, да. 77-й шмот 25 ГП стоит. 84-й 50. Все, пошли на слепца. На эту трубу за звездой пошли. Бля, сумань, у тебя фыкнут 3 минутки опять. Так, по бокам ничего не сагрите. Сейчас вот этого пидора толстого будем бить. Так, с этим я не хочу его агрить. Сейчас немножко отойдет, я его пульну, чтобы тех не агрить. Сейчас смотрите, эти гуси бывают ядовитые, заразные там. Поэтому... Вот, повешалась хуйня на вас. Наберите рейндж друг от друга, иначе вы сейчас сдохнете. Эту хуйню можно диспелить, болезнь. Друг от друга рейндж. Ну, вот кто сдохли, вы просто не можете набрать рейндж друг от друга. Просто друг от друга отойти надо. Здесь все бесы, блядь, зараженные, они раскидались по всему. Сейчас я немножко отведу. Кто зараженный, вот я сейчас буду ники называть ваши, сука. Так, уходим, уходим отсюда. Вы в рейндж уйдите, вы, сука, не встойте как вкопанные, блядь, я вам объясняю.
Сейчас моб еще сагрится. Сагрился. Вы понимаете, ну. Да в пизду нахуй. Русский язык не понимаем, нахуй. Вы понимаете рейндж, что такое или нет? Ладно, падаем. Будете резать сейчас. Падайте, вставайте. Никто никуда не бегите, упадите. Я диван отдался. Ну куда вы агрите эту парашу, блядь? Меня давать, давать, блядь, диван. Ты первый попался. Под руку. Блядь, вроде говоришь вам, вы как будто, ну, встали как вкопанные, как будто вас, сука, прикопали по колени. Ну, как говорится же, рейндж наберите. Сдохните, кто там, блядь? Чтобы эта чепуха отвалилась. Вот этот ебаный ядовитый петух. А второй что, интересно? Давайте, резайте. Вот это что за паразит? А, похуй. Только не сагрите боковых вот этих змей, которые ползут. Резайте. Лока резайте, в первую очередь. Че, масрез-то есть вообще? По-моему, масрез должен быть. Там на КД после босса. Отойдите, отойдите, кто там, видите? Петух большой идет. Вот отойдите, не спульте его, уйдите там, постойте в кружке в этом. Вот он уходит, слава богу. А как КД? Не должно быть КД вроде. У меня нету КД. Этот дурак пишет, что вы не можете этого сделать, непонятно почему. Ну, у меня КД висит, мясо естественно. Рисаем, рисаем, блядь, быстрее. Еще раз объясню, блядь, моб большой появляется, вот, на нем ядовитая хуета. Он кидает на одного человека ее, на одного, блядь. И вот вокруг него кто есть, он каждые 2 секунды, он распространяет, нахуй, на 6 метров вокруг эту парашу ядовитую. Что надо сделать вам? Набрать между собой рейндж. Сука, если вы не понимаете, как набрать рейндж, прыгните нахуй в воду, блядь. Эта хуйня с вас спадет, она не будет распространяться, если рядом никого нету, блядь. Спасите ебучий рейд, не стойте толпой, оставьте место хилам и парочки РДД. Потом, когда уже с них эта болезнь спадет, а он вешает ее периодичностью то ли 30, то ли 40 секунд, он новую, ну, чтобы она спала со всех, нужно всем разойтись. Вот, если вы не будете это понимать, мы просто ебаный трэш тут не пройдем, нахуй. Обратите на это внимание, пожалуйста. Начинайте, ну, начинайте думать, слушать, что вам говорят. Потому что, ну, на трэше падать, это пиздец. Ставлю рыбу. Сейчас тупачку еще, может, успеем щелкнуть. Пока эти мобы ушли. Жрите быстрее. Главное, я, блядь, смотрю, человек 10 разбежался, человек 15 стоят, нахуй, с этой хуетой и обновляются болезни. Ты знаешь, ты так сказал, я вот первый раз тут и на мосту, блядь, такой говоришь. Разбежались на рейндж. Вот я только что объяснил. Если ты, если не получается, если тебе кажется, что места мало, прыгай вниз в воду. Тем самым ты сделаешь так, что вокруг тебя не будет людей, с тебя самого эта параша спадет, тебя не убьет. Ты в воде попрыгаешь, от рыбы тебя не съест, если будешь прыгать. И остальным место освободишь. Вот. Пошли, хватит сидеть там возле рыбы. Пошли, мобы. А миликом сейчас что, не бить что ли его? Потому что если прилетит чума, то сразу все заразятся. У тебя есть фреймы рейда? Да, но милики-то все равно стоят толпой. Ты в ней видишь, нам? Ты в ней видишь дебаф в этих фреймах? Который обновлялся каждые 2 секунды. Хрен знает, меня быстро. Ну, бей. Короче, я тебе скажу так. Поставь, удали эти фреймы, закрой их там и скачай себе вуду. Вот. Я тебе скажу, как дебаф называется, ты его себе забьешь и будешь видеть ситуацию в рейде. Потому что когда ничего не видишь, это, ну, это то же самое, как монитор выключить и играть. Ну, чтобы ты понимал. Он воду автоматически давай показывает. Этот, уходим, короче, от черепка. Агрю крест, уходите назад быстро. Уходим. Черепок не сагрить, уходим отсюда. Не знаю, ядовитый черепок точно. Вот этот если ядовитый, то сейчас будет испытание. Уходим, я его прям самый край сюда увожу. Он с паразитами. С паразитами это более-менее. Но если вы с паразитами... Здорово, ты как сагрили, блядь? Ну, я говорил не агрить. Ладно, пойду. Заберите кто-то с протоваров его. Крестик и бейте его, а череп я в отдельности подержу. Все, сейчас смотрите, вот на вас появится болезнь, я буду называть ваши ники, вам надо будет строить рейндж. Вся милизона, первая, вторая пати, набирайте рейндж. Элия, набирай рейндж. Все хилы, пятые, все набирайте между собой рейндж, иначе будет вайп сейчас. Я без шуток вам это говорю. Киризайт, диспель себя, болезнь диспелится, димикс диспель, чумовая диспель. Киризайт, болезнь, киризайт, Элия, экстензиан.
вот кого называю, вы просто не набираете рейдж нихуя. Хотя я тренджу об этом уже минуту целую. Вот Скука, Аматерасу, Халокит. Блять, вы невменяемые, да? Чумовая. Кто там? Киризайт. Ладно, хуй с ним. Играйте как хотите, нахуй. Хотите проходить полчаса этот ебаный трэш, блять. Просто у вас перед глазами нету картины, блять. Не видите, что вы как стояли не в рейнже, так и стоите. Вот Аматерасу. Все, кончилось. Набрали, наконец, слава богу. Все, добивайте крест. И идите сюда бить этого дурака теперь. А ту нахуйня, нахуя вы агрите хуйню? У вас что, совсем пиздец? Ёбаный в рот. Дерево, вы тоже сюда близко подойдите. И сейчас еще тех заагрим. Крест играйте и подводите все это сюда. Ой, череп, не крест. Вот болезнь появилась. Вот смотри, набирайте рейндж. Милики отходите. Ну, танков оно не пошотает сразу. Главное, чтобы РДЗшникам было место, где стоять. Хилам. Вот, чумовая кирезает. Вот, снялась сейчас болезнь. Что там, прохилит кто-то? Давайте хильте. Все, кто лежат, сейчас покидайте тело, бегите с нуля. Давайте ШВ там, я хуй знаю. Давай массакру нахули пали. РДДшники, бейте черепок. Вот эту хуйню не надо вешать сейчас. Ну, надо череп убить, который болезнь не вешает. Пиздец. Покидайте все тело и бегите. Хули вы разлеглись, блядь. Ждете чудо какого-то. Вот рейндж набираем. Вот, Дед Мороз, отойди от меня, набей. Ну, нахуй уже не надо. Покидай, беги тело. Жуки, гиена, блядь. Будете так относиться, блядь, лежать. Ждать, нахуй, когда мы полчаса эту хуйню разъебем. Будьте ГП лупать, блядь. И кто просил агрить вообще этот трэш? Что за хуйня в голове, блядь? Мне просто интересно. Никто не обратил внимания, кто это сагрил. С мобом вот с этим, вот. Экстензин, набери рейндж. Вот, все, здесь экстензин. 3 балла. Вот вы как вместе, походу, а в обнимочку стоите, эта хуйня. Все исчезло с вас. Вы видите эту хуйню? Нет. В дебафах она показывается. Видим. Крест как этот. Чё там, ну? Я не знаю, вы залейте тогда, что ли, тех мобов? Какую-то хуйню, ну. Вы там добегаете в инсте? Добегайте сюда. Вон еще мобов привели. Нахуя? Казик, веди сюда. Они, кстати, кливают раздробители эти. Подведи их сюда к черепку, чтобы я стаунтил. Ебануться нахуй. Блять, как целый босс нахуй. Да какой босс нахуй? Ну просто пол рейда сдохло и бежит. Дамага нет нихуя. Да уешьте уже ту парашу, которая перед черепком стоит, сзади черепка. Надо же было так агрить, блин. Не знаю, ну это прикол какой-то, наверное, прикольно, блин. Еще нельзя пробежать по мостику аккуратненько посерединке. Не знаю, ну, типа, когда хуйня происходит, я просто ворчу, поэтому, ну, я не могу просто сказать, красавчики, молодцы, там, запись, давайте всегда так агрить весь инст. Потому что это не надо делать. Вместо этого могли сейчас слепца убить и уже лететь на робота. Просто для сведения вам. Казик. Казик, Лексион. Вот набирайте рейндж, кого называю, Ники. Шарлина, Трибал, Элия. Ну, вот подыхайте, потому что вы не обращайте на внимание, что вас, на вас дебаф. О, слава богу, блядь. В этот раз только двое погибло. Ну, Казика там что-то заклевало. По войду частицу обнови, Киризайт, подбеги там как-то, я не знаю. Покидай на мне частицу, что ли. Вот. И убейте же эту хуйню там, раздробители. Череп этот.
Ну в рыбок прыгнул, так там надо выпрыгивать с них, а не нырять, чтобы они тебя съели. Вот, смотри, зараза повешалась на меня, распространилась на Марика и огнестойкая, и они продолжают со мной стоять. Дота, отбегите от меня. А мне нету. Ну, потому что вы отбежали. Я отбежал. Вот это надо сразу на это реагировать, на этом мобе, иначе вот так весь рейд легко падает. Сейчас добьем моба, ставим шкаф. Вот, два петуха вышли. Вот они когда будут умирать, обратите внимание, вот эти два гуся. Когда лоу хп у них будет, милики, отойдете отсюда, потому что они разливают лужу.